сообщает ТАСС о заявлении РФ экс-президента, что исполнение МУС-ордера Международного уголовного суда на лидера страны арест к началу приведет войны, но только в случае ареста лидера страны, на арест которого выдан ордер МУС. Так страны, подписавшие Римский договор. РФ экс-президентом предупреждены. А я предложить понять этим странам русскую пословицу. Когда спокойной ночи, Ниночка. Когда в хвосте начало, то в голове моча не смог сдержать искус. Да. Уже 12 час ночи. Наверное, на этом клипе сегодня по шабашу. В смысле, по шабашу на записи, но впереди еще размещение его в сети.